Эта доска будет довольно сложная. Приближается 22-й год, и все начинают заказывать доски с тиграми. Сама доска будет сделана из вишни. Потом будут сделаны вставки, вот эти черные полосы из венги. И потом будет сделана голова тигра. То есть сначала будут вставлены белые части из клена, и затем будет сделаны черные части из венги. И, соответственно, те части, которые должны быть оранжевые, это будет основа доски. Ну и в конце еще будет сделана темная рамка из венги.
Thank you.
все аккуратно размажь. Ты аккуратно мажешь? Да. Точно? Я типа что, как делаю? А? Я типа неаккуратно? Или как? Давай, размазывай. Все? Ну все, больше не буду. Молодец, знаешь. Но у меня красивая регалия. Красивая, конечно. Я его тут еще затягивал четырьмя словами. Пум, тукин, пум-пум. Затягивал. Да, затягивал. Слова. Я еще один хотел сделать, но, блин, это невозможно. Это просто пипец, как сложно. Регламент — это искусство, да. Кстати, папа, помнишь, я еще маме дарил это кубик? Да. Кубик — это тоже оригами. Только намного сложнее. Иди под пресс. Попей. Чёрт. Давай, 10 тонн. Я вырезал. Ага. А ты снимаешь? Да. 10 тонн сможешь снимать? Да, если. Ты скажи, когда... А, нет, я уже один. Вот видишь, один 10. Еще один. Все, хватит, тут треснет доска. Все, ставим на час. Thank you.
Спасибо.